Дракоша, 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 ням-ням-ням, как вкусно. Ребята, а дракон своим пламенем уничтожает бомбы. Вы только посмотрите, как он эпично это делает. Круто, прыжок, полетели. Дракон, давай, давай. Автобус даже дракон перевернул, дорогие друзья. Вау, просто... А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство. С вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем наш зомби-забег. Мы будем играть в зомби-цунами, дорогие друзья. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте перейдем, собственно, и... Так, здесь все у нас куплено уже, так что погнали. Так, это тоже мы, ребятки, обязательно покупаем с вами. И побежали, ребята, посмотрите, какие у нас прикольные парики. Так, ребятки, ну что ж, нас уже, ребята, 10 зомби. Мы с удовольствием переворачиваем этот автомобиль. Забираем эти монеточки. Отлично, прыжок. Все зомбики прыгнули. Да, хорошо. Продолжаем прыгать. Отлично. О, второй автомобиль перевернули. Третий автомобиль перевернули. Вот это мы сильные, ребятки. Посмотрите, сколько нас. Нас уже 14 зомбиков, дорогие друзья. Ой, один упал нечаянно в яму. Ну ничего, мы, ребятки, продолжаем бежать, дорогие друзья. Так, ну что ж, погнали. Бомба, 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 ребяточки. Надо очень быть бдительным и аккуратным. Автобус, ребятки, мы тоже с вами... Отличненько перевернули. Давайте здесь... Вау, здесь такси, ребята, вы видели? Надо быть очень аккуратным, потому что один зомбик попал под машину. Ай, ребята, ахух, ребята, бомба превратилась в монеты. Я-то думал, она... Это кто такие? А, ребятки, это футболисты. Футболисты, футболисты. Это прикольные чуваки. Они все ломают на своем пути, ребят, посмотрите. Им ни бомбы не страшны, ничего, ребятки, абсолютно. Посмотрите, ребятки, как круто. Вау, скажите, просто замечательно, ребят, да? Не правда ли? Танк, ребята, отлично, мы танк превратили в монеты. Футболисты, 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 покажите, на что вы способны. Второй танк, ребятки, мы с вами перевернули. И у нас уже 27 зомбиков с вами, перфект. Ребята, 27 зомби бежит, посмотрите, это очень много. И мы бежим, бежим, вот, теперь 28, ребята. Перепрыгиваем, отлично. Одного зомбика, наверное, мы потеряли, ребятки, где-то по дороге. Мы с удовольствием переворачиваем, ребята, танк и вертолет. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Так, прыжок. О, отличненько, десантника мы съели, дорогие друзья. Но, тем не менее, немножко зомбиков, ребятки, мы потеряли по дороге, потому что это чуть-чуть не обос... Ай-яй-яй, да что ж ты будешь делать? Ай, на бомбу надо быть очень аккуратным. Смотрите, сколько бомб пошло, ребята, да что ж ты будешь делать? С этими бомбами. А так, ребятки, нам нужно... Чем дальше мы добежим, тем лучше для нас. Так, ну что ж, ниндзя, готовы? Отличненько. Так, ау, ребятки, ниндзя не разрезал бомбу, не успел. Ниндзя, давайте переворачивайте автобус. Давай, сальто. Вау, ребята, половину ниндзя я потерял на этих, вы видели? Да что ж ты будешь делать, ребята? Половину ниндзя я потерял на ямах. Вау! Все ниндзя упали, ребятки, вы видели? Ну ничего, тем не менее, дорогие друзья, мы с вами далеко, ребятки, прошли. Так, буль-буль-буль, у нас уже есть практически коктейль, практически он уже готов, дорогие друзья. И да, ребятки, мы с вами что-то купим сейчас в магазине. У нас открылся дракон. Плюс 5 секунд дракона, наверное, да, ребята? Да, ребята, дракон новая. Или он может бомбы съедать? Ну, короче, что-то он может, ребятки. Давайте, собственно, перейдем с вами в магазин и посмотрим, что там. Так, где же этот наш дракон? Да, ребятка, превращает он... Сможет бомба взрывать каким-то семенем пламенем. Ну что ж, ребятки, сейчас мы это с вами, ребятки, и, собственно, и опробуем. Так, ну что ж, дорогие друзья, погнали дальше в наш зомби-забег. Покупаем все, что нам нужно. Поехали. Так, ребятки, мы сразу стартуем. У нас уже здесь 10 зомби. Переворачиваем, как всегда, автомобили. А, этот автомобиль был монетками. Так, ну что ж, дорогие друзья, зомби-забег, мне очень нравится эта игра, ребятки. Если вам тоже нравится, ставьте пальчики вверх, дорогие друзья, и подписывайтесь на мой канал, а также оставляйте комментарии. Также, дорогие друзья, не забываем нажимать на колокольчик возле красной кнопочки. Он поможет вам узнавать о всех новостях моего канала самыми первыми. Как только я выпускаю новое видео, дорогие друзья, сразу же вы об этом узнаете, если нажмете на колокольчик. Так, ну что ж, погнали! Погнали, 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 погнали. Зомби-забег наш замечательный. Просто супер. Просто отличный забег. Прыжок. О, ребята, тут сразу мы на что? Кто это? Дракон. О, сейчас мы посмотрим, каким пламенем он будет сжигать. Ребята, мы взяли дракона. Ой-ой-ой-ой. Голова дракона упала. О, выросла новая. Вы видели, ребят?
Голова дракона упала, а все остальное пропало. Да что ж такое? Вау, машина. Так, где же бомба, ребята? Я хочу бомбу, наверное, съесть или... О, вот он. Дракону теперь бомбы не страшны, ребята, посмотрите. Вы видели? Он синим пламенем пускает, ребята. Дракон пускает синее пламя, отлично. Просто круто, просто круто. Отличненько, дорогие друзья. Так, 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 так. Прыжок. Вай-вай-вай, половина зомбиков, ребятки, не успели, конечно же, перепрыгнуть через эту большую яму, потому что она в действительности, ребята, очень большая. Но, тем не менее, остальные ху, давайте вот так вот, потому что чуть-чуть еще... Ой-ой-ой, один зомбик подорвался на бомбе, да что ж такое, а? Так-так-так, аккуратненько, ребятки, бежим, аккуратненько. Надо стоит, ребятки, учитывать все факторы. О, ребятки, мы взяли НЛО. Это просто замечательно. Вот эта тарелка, ребятки, нам поможет клонировать этих чувачков. Смотрите. Прикольно? Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Прыжок. Ой-ой-ой-ой-ой. Отлично, отлично. Прыжок еще раз. Еще раз. Хорошо. Нет, самолет мы не перевернем, потому что нас мало. Все в яму упали. Фух, ребята, НЛО нас спасло. Оно сейчас клонирует нас. Все, и таким образом мы сумели выжить, дорогие друзья. Фух, ребята, все, у нас уже два зомбика. Ой-ой-ой, вертолет, аккуратно, да что ж ты будешь делать? Последний зомбик, ребята, и тот взорвался. Так, ну ничего, дорогие друзьяки, тем не менее, мы прошли с вами этот уровень. И посмотрим, ребятки, что мы сможем сделать. Так, ребята, здесь нам предлагают продать мозг. Мы, конечно же, его продаем, дорогие друзья. И отлично, забираем денежку. Так, идем, ребятки, сюда. Нет, не сюда. Уай, ребятки, нет. Мне нужно назад. Сюда, мне нужно сюда. Мне нужно здесь вот купить продолжение. Давайте все вот это покупаем. Чтобы нам, ребятки, было намного легче играть. Так. И, собственно, погоним. Погнали, дорогие друзья. Погнали. Отличненько, ребятки, вы видели, мы посъедали уже практически всех. Давай, машинку, как всегда, мы переворачиваем. Это просто супер. Погнали, зомби-забег, давай, да что ж такое-то, а? Отлично, посмотрите, ребята. Вы просто посмотрите, как это круто. Прыжок, отлично, дорогие друзья, отлично. Вай. Так, прыжок. У нас 17 штучек, ребята. У нас 17 зомби, 18 уже зомби нас, ребятки. И очень важно нас не потерять, потому что много зомби теряются. Вы видели, не успели зомби перепрыгнуть, дорогие друзья, и протеряли. Вы видели монетки в форме буквы Z. Вай, ребята, зомби в наушниках ведет всю бригаду. Так, кто это? Это, ребятки, дракон. Дракоша, ням-ням-ням, как вкусно. Ребята, а дракон своим пламенем уничтожает бомбы. Вы только посмотрите, как он эпично это делает. Круто, прыжок, полетели. Дракон, давай. Автобус даже дракон перевернул, дорогие друзья. Вау, прыжок, отлично. Просто супер. Перфект, отлично. Давай танк. Дракон даже танк, ребята, перевернул, вы видели? Вот это да, вот это дракошек дает, дорогие друзья. Ну и дракон. Так, перфект. Побежали. Нас 24 зомбика, дорогие друзья. Стоит учитывать тот факт, что половину мы можем, ребятки, как всегда, сейчас потерять. Но нужно понимать, что это все. Ай-яй-яй-яй-яй. Что это все, ребятки, не все просто так дается. Отлично. Просто супер. Скоро мы, ребятки, уже пройдем с вами этот уровень и купим в магазине еще что-нибудь такое новенькое, что-нибудь прикольненькое. Мы посмотрим, правда, что это будет такое. А это что такое? А это, ребятки, мы надулись! Ура! Мы надулись, посмотрите! Вы просто посмотрите на этот прикол, ребята, мы надулись, вот это круто! Мы просто летим в воздухе, потому что мы зомби-надуваки! Погнали! Мы даже разбили с вами, ребятки... вертолет только что, но взамен мы отдали одного зомбика, ребятки. У нас забрали взамен одного зомбика. И тем не менее, дорогие друзья, мы все равно продолжаем нашу замечательную игру. Аккуратно пролетаем вот здесь вот. Отлично. Побежали. Ох, ребята, вы видели. Надо быть очень бдительным, дорогие друзья. Очень-очень бдительным. Так, ой-ой-ой-ой-ой, ребятки, прыжок.
эпичный прыжок, дорогие друзья. Вау, давай, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ребята, половину зомби, как всегда, мы потеряли. Осталась девчонка и два зомбика, дорогие друзья. Ну, девчонка у нас тоже зомбик, просто с косичкой. Так, отличненько, отличненько. Самолет перепрыгиваем, потому что мы его не перевернем. Нас очень мало, нас 6 зомбиков. Автомобиль с легкостью можно. Но встречные автомобили, вертолеты нельзя, понятно. Ой-ой-ой, ребята, что же творится? Посмотрите просто, какая скорость, дорогие друзья. На какой скорости я бегу. Вау, ребята. Вот это да, вот это да. Ой-ой-ой, да сколько вас будет этих вертолетов? Это что, это ниндзя? Отлично, ниндзяки. Эй, мы забыли девочку, мы перепрыгнули случайно через девочку и забыли ее взять, ребят. Но ничего, наши ниндзя покажут всем, где раки зимуют, ребятки. Посмотрите, как они бегают. Ой-ой-ой, одного ниндзю потеряли на бомбочке. Но ничего, мы продолжаем наш забег, дорогие друзья. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Так, переворачиваем этот автомобиль. Прыжок, еще раз прыжок, вертолет, прыжок. Отлично, отлично. Ниндзя не боится ничего, дорогие друзья. Побежали, побежали, побежали. Все, ребятки, мы обычные зомбики. Ого, ребятка, сколько ж бомб здесь будет? Всех потерял на бомбах. Ого, да что ж такое? Ой-ой-ой-ой, сколько вас здесь? Вы видели, как много, ребят? Посмотрите, с какая скорость, с какой скоростью я бегу, ребята. Посмотрите, как далеко я дошел. Реально, такого уже давно не было, ребят. Реально, посмотрите на скорость, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, я упал в яму. Но ничего, дорогие друзья, это не помеха. Упали в ямку немножко, но ничего. Так, ребятки. Скоро мы с вами откроем уже тыквенную голову, наверное, будет тыква бежать. Ну ничего, ребятки, 49 мозгов мы с вами съели, 49 зомбиков мы с вами превратили, дорогие друзья. А я вам хочу сказать, дорогие друзья, что этот эпизод подходит к концу. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте пальчик вверх, если вам понравилось это видео. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео, дорогие друзья. И оставляем комментарии. Я вас очень люблю, дорогие мои подписчики. Пока-пока.